Бэтл-рэп — это не бокс, это скорее как уличный бой. Слова — это оружие. Мы бэтл-рэперы, мы бэтлимся друг с другом и диссим друг друга в кругу, как рэперы. Если ты уйдешь, то ты останешься легендой. Пространство, чтобы сказать неприличные российские вещи под видом конкуренции. Вы знаете, насколько обстановка чувствительна к расизму и дотациям. Администрация сейчас находится под большим давлением, чтобы действовать. Знаешь, что я никогда не понимал во всех рэп-текстах? Это... Я стреляю туда, я стреляю сюда. Йоу-йоу, чек. Заткнись нахуй! Ты маленький блогер с Reddit, а якобы такой Eminem относится к Элтону Джону, как ко второму отцу Педику. Боб Сагет, Рик Моранис, Келли Осборн, белый мусор, ошибка генетики, задуман под конец концерта Led Zeppelin. Убогий петух, если б Гарри Поттер трахнул Джеффри Даммер, то ты бы их дочкой лесбухой. Да что ты за хуй? Попал в спецприемник на 6 секунд и уже ебут. Он новым лицом расизма представляет себя. Я удивлен, что не пришел сюда с рабами на цепях. Он ненавидит афроамериканскую культуру, воспитали чем-то другим, он хейтит Клинтона, Б. Линкольна, почти всех, кто может попиздеть с ним, кроме Блейка Гриффина. Чувствую себя с ним, как за каменной стенкой, потому что у них кожа одинакового оттенка. Сука! Хип-хоп для меньшинств! Засунь себе веру в очко, что он предназначался для белых воротничков. Что за хуйня? Твоя пара детских очков, чтоб тебя хвалили за оценочки в школе? Чувак, дай сюда! Чувак, я буду топтать пыль теперь и в осколки! Забирай, маменькин сыночек, ты хочешь это закончить, ведь твой вид обидчика злит. Забудь, что можешь все вычислить. Это все, что может математический гик. Дружище, съебись, не подавая вида. Хлипкий маленький пи... Нет правил. Нет уважения. Нет милосердия.